Ребята, всем привет! Сегодня будем делать пуфик. Вот такой. Пуфик у нас размеры 60 на 40, высота у нас 47 сантиметров. Такие ножки мы примерно подобрали. Вот такой вот вид. И сама ткань. Вот такого цвета. Вот это хороший толстенький материальчик. Примерно где-то 1,5-2 миллиметра. Мокрый асфальт. Ну и поехали. Так, ребят, вот мы напилили по 600 две штуки и по 320 4 штуки. И находим примерные полоски на нашей царге. Вот такие вот детальки. Сейчас мы нарежем их в нужные размеры. Так вот, ребят, нарезали ДСП. Сейчас будем выставлять размеры. Так вот, мы отрезали детали вот таких размеров. 580 на 120. Две штуки. И еще один размер, 348 на 120, две штуки. И находим примерно маленькие реечки у меня с остатков, 4 штуки по 120 миллиметров. Так вот, 4 рейки по 120. И теперь берем вот 348 на 120, берем рейки по 120 сантиметров, у меня 3 на 4, такие рейки, и верхнюю часть мы промазываем клеем. Ставим лежа. И вот это сверху. Выставляем все ровненько. И берем 40-е саморезы. Так вот, заготовили мы две штуки. Следующим образом мы уже вот эти места тоже промазываем клеем. С двух сторон. И следующим образом мы берем 580-ю. И уже прикручиваем на это место. То же самое проделываем со второй стороны.
И переворачиваем. И сюда же прикручиваем металлическую дугу. Получается вот такая вот царга. А дальше мы берем потаечное сверло и просверливаем два отверстия вот в этих. Сверло мы берем третий по 10 сантиметров и прикручиваем вот в это место. Вот примерно должно получиться вот так. Это у нас нижняя часть, на эти места будут крепиться ножки. Ножки я вам уже показывал, самое главное, чтобы отверстия попадали туда, куда нам надо. И вот так вот будет. И следующим образом мы берем рейки по 60 сантиметров 2 штуки и по 32 берем 4 штуки. Отмеряем размеры. Здесь у нас 20 и 40. Берем сверло и просверливаем. Берем эти 4 рейки по 32 и мажем торцы. И берем саморезы 60 размера. И собираем лестницу. Промазываем все это дело клеем. И теперь наверху пойдет. Thank you.
И уже с помощью нашего танка мы закруглим вот эти углы. Вот до такого закругления. И вот такой вот у нас получились углы. Вот такой получился у нас каркас. Он у нас получается как грибочек, со всех сторон выглядывает по сантиметру. И самое важное, ребят, мы переворачиваем его ногами вверх, отмеряем центр. И уже ставим поперечку. Наш каркас готов. Теперь пора собирать пружины. И для этого нам понадобятся сами тиски, наш прут 4 мм, трубка, молоток и рулетка с фломастером. Размеры прута, если получается у нас вот здесь вот 60 сантиметров, мы отминусовываем по 2,5, получается 5 сантиметров на две стороны. Здесь получается 55. И если эта сторона у нас 40 сантиметров, то это у нас получится 35. И берем наш прут, вставляем тиски. От края примерно оставляем 7-8 сантиметров. И при помощи трубки загинаем угол. И после того, как мы загнули, мы просто смотрим на глаз, чтобы было примерно ровно. Следом мы отмеряем 55 сантиметров. И гнем. После этого снимаем руку, отмеряем на другую сторону. 35. И гнем. Снова отмеряем 55. И гнем. И гнем. После того, как мы закончили круг, в этом месте тоже оставляем где-то 7-8 сантиметров и в этом месте пилим. И после этого берем обычный скотч. После того, как мы сделали, обернули скотчем, мы берем наши пружинки, вот такие, и на этом углу, где двойной прут, мы уже проволочкой заматываем это дело. И при помощи плоскогубцев мы это затягиваем. Отрезаем пока резами лишнее. И здесь уже загибаем. Вот так вот.
со второй стороны мы проделываем то же самое. И теперь с помощью вот такого инструмента на вот такие зажимы мы будем зажимать пружины. И с этой стороны проделываем то же самое. И по бокам уже можно, в принципе, поставить вот лишнее. Так, вот мы все зажали. Теперь при помощи спирали мы соединяем между собой пружины. И отрезаем лишнее. Так, вот мы собрали верхнюю часть и обязательно с помощью пласта губцев зажимаем концы, чтобы со временем они не выпустились. И переворачиваем. И проделываем то же самое с этой стороны. Ну вот, ребят, наши пружинки тоже готовы. И после того, как мы собрали каркас, собрали пружины, теперь нам для этого необходимо куски кашмы. Так, сейчас я вам объясню. Вот этот маленький кусочек, он получается 70 на 45, его мы будем сверху на пруд зашивать. А самый большой 90 на 70, это уже верхний обеечный второй слой. И вот эти полоски нам понадобятся для того, чтобы под пружины забить двойной слой. Сейчас покажу.
И после того, как мы определили, как мы двойной слой на дно, теперь мы уже можем смело ставить наши пружины. Только пружины, самое главное, должны здесь держаться по 2,5 см, как мы говорили. Вот что у нас получается в итоге. Теперь мы сверху кидаем вот эту маленькую. И со всех сторон его вот так вот прошиваем. И с помощью иголки и капроновой нитки мы его сейчас прошьем. И берем нашу большую петельку и уже центруем вот со всех сторон. И самое главное, мы вот так подворачиваем и прибиваем, чтобы вот здесь вот эта стенка была ровненькая. Этим местом мы здесь просто вот это вот так вовнутрь, вот это тоже вовнутрь, и здесь уже вот так вот аккуратненько мы его выравниваем. И само собой раскрыть. И после того, как мы сделали кошму, нам понадобятся куски поролона, единички 25 сантиметров шириной, небольшой рулончик, и двойки 12 сантиметров, тоже небольшой рулончик, и самая основная верхняя деталь 61 на 41. И следующее мы уже промазываем вверх.
И уже на вот этот торец мы приклеиваем нашу полосу. Я беру с запасом, снизу лишних еще можно отрезать. После того, как мы перевернули, мы эти углы вот так просто отворачиваем. После мы это все переворачиваем. И вот здесь на этом стыке мы проклеим себе вот такой полоской. И вот мы отклеили наше сиденье. Теперь осталось у нас царь, мы сюда просто сверху приклеим единицу круговую. Вот теперь все это дело запаролонил. Вот таким образом. И вот такой вот будет у него материал. И первым делом мы отмеряем нашу верхнюю сиденьку. У нас верхняя сиденька теперь по материалу получается 64 на 44. Мы его так и режем. Первым делом мы берем детали 97 на 18, это у нас царга, мы сейчас ее прострочим с двух сторон. Обязательно делаем вторую строчку. Вот чтобы вот так получилось. Так, грубо говоря, вот у нас царга готова. Теперь берем основную сиденьку. Вот я здесь уже углы уже закруглил. И сделаем два стыка. Один стык в этом углу, один стык в этом углу. По диагонали. Я специально с каждого угла оставил примерно где-то по 3-4 сантиметра. Здесь мы в этом случае будем поступать, как я поступаю с подушками. Здесь мы вот отмеряем примерно, вот так вот. Вот сантим оставляем сантиметр. И в этой стороне то же самое проделываем. Вот здесь лишние 2 сантиметра отрезаем. Теперь это дело мы зашиваем.
вот таким вот образом. То же самое делаем со второй стороны. Вот что у нас получилось. И теперь мы прошиваем второй строчкой. Мы его подгинаем на боковину, чтобы у нас получилась наружная строчка на боковой части. И после того, как мы зашили чехлы, мы берем нашу сиденьку и уже сам чехол одеваем в него. И остается дело за мной. Чехол у нас надет, переворачиваем и забиваем его в угловую. И после того, как мы пробили, забили, смотрим, как он выглядит. Вроде бы уже похоже. Теперь берем царгу и забиваем царгу. Забили мы сидушку, забили мы царгу, уже я вижу, симпатично получается. И следующее, что мы делаем, ставим сиденьку, ложим царгу, соблюдаем наши сантиметры со всех сторон. И прикручиваем его такие уголки.
на мелкие саморезы мы прикручиваем стенки. И уже тридцатками саморезы уже придавливаем зад, уже полностью его обрезаем. И осталось у нас на низ прибить тот же материал. И осталось прикрутить вот такие вот. И крутим все это дело на сороковке. Вот, ребята, получился у нас пуфик. Всем передаю привет. Кому понравилось, лайки обязательно.